Ситуация такова. Рейнс так и не спустился под землю. Радио вырубилось. Дело дрянь. Шевелитесь. Работа еще не кончена. Я не позволю этому засранцу уйти. Сдается мне, что мы в старом метро. Оно было разрушено землетрясением, потом над ним возвели дома. Прошлым летом я сюда своих детей водил. Но в этой части мы не были. Сколько прошло с момента взрыва? Хотел бы я знать, когда это случилось. Где ты был, черт возьми? Пошли. Насколько я могу судить, при взрыве был выброс. Короче, если честно, я вообще не понимаю, что происходит. Иди вперед. На инструктаже об этом ничего не говорили. Полный сюр. Что это? Слышал? Сзади! Мне нужна помощь! Сюда! Твою мать! Эй, сюда! Держись, я сейчас приду. Хочешь попробовать? Подходи, ублюдок! Давай сюда. Было паршиво, почти как в Амарилло. Скорее, Моррисон уходит. Что-то схватило меня за ногу. Меня держат за ногу! Да помогите же!
Не знаю, слышит ли меня кто-нибудь, но если да, помогите! Какого черта? Мы взяли Моррисона.
Сержант! Слава богу. Черт, похоже, Чену не удалось выбраться. После взрыва тут все отключилось. На второй отряд надежды мало. Насколько я понимаю, в момент взрыва они все были в здании Армахема. Иду к вам. Продолжайте преследовать Моррисона. Я хочу лично допросить сукиного сына.